Привет, ребята, мы сегодня снимаем с моим братом, кто выбьет больше всего титаников или кто впервые выбьет титаника. У нас есть 100 яиц там в игре, и мы будем открывать и смотреть, кто выиграет. Сейчас напиши своему брату. Да. У моего брата есть 2 титаника. Вот таких вот желейных. Ему повезло. Все, открываем яйца. Так, так. Открываем. А, вот он. Начал открывать. Чё? Я поверил, что ему уже выпал титаник. Он уже выбил титаник. Мой брат просто везунчик. Он выбил титаника. Я даже еще с... 3-го не выбил своего титаника. Блин, не повезло. Ладно. Да уж, у меня вот такие вот яйца, а у него там новогодние. Не выпал. О, блин, а даже большой не выпал. Если ему второй титаник выпадет, он уже 100% выиграл. Блин, мне не может просто не повезти и не выпасть титаник. Одно яйцо есть. Да. Да, я выбил титаника. Я выбил. Я выбил первого титаника. И, ой, не первого. Второго. Но у моего брата 3 титаника все равно. Так что он высший везунчик. Вот его яйцо. Блин, сделать так, чтобы он ему повезло и не повезло. Блин, я хочу второго титаника поскорее. Не выпал. Блин, если моему брату выпадет 4-й титаник. 2. Неужели ему 2 титаника выпадет? А мне ничего. Фух, ему не выпал титаник, но зато... 2 больших. Я переживал, что я уже проиграю. Блин. Он еще открывает. Блин. Мой, кстати, брат, он играет на PS5. В Roblox. Яйцо. Крепкое, здоровое. Блин, он мне выпал большой. Надеялся на титаника. Ну, ладно. Сколько тут у меня еще яиц? Много. Еще много. Так, моему брату еще... Не выпал титаник. Или у него кончились яйца. Но это не может быть. 100 яиц так кончится.
быстро. Вот тут. Так. Не-не-не, выполнил Титаник. Просто поставьте лайк за то, что мы выбили по одному Титанику. Два яйца, два яйца. Блин, не повезло, не повезло. Я бы хотел бы уже выиграть. Все, дальше я по одному открываю. Ему повезло, да, ему повезло, Ура! Ему выпал второй Титаник. Блин, жалко, что ему не выпадет еще шестой, чтобы мне отдать. Нет. Так, ладно, я еще закуплю. Только как закупить? О. Так, я пропустил своего Титаника. Вот он. Ладно. Ладно. Мне уже второй Титаник не выпадет, потому что не везунчик, но что ж поделать. О, зато вот этот разноцветный выпал. О, он по три теперь открыл. Значит, у него тоже уже мало. Блин. Открывай, мой брат. Давай, вся надежда на тебя. Но лев уже выиграл, мой брат. Пум. Пум. Попрыгай. Если у тебя получится, я яйца. Надеюсь, он сможет прочитать, потому что он не умеет читать. Ребят, у моего брата это еще осталось одно яйцо, и там мне пришлось подрезать. Так. Вот. К. Ры. Вай. Открывай. Ну, пожалуйста, не пойми уже. Опять не понял.
Ладно, сейчас отсюда скажу. Лев! Открывай! Яйцо! А, ты уже открыл! Блин, извините. Он раньше времени открыл. Ладно. Лев, тогда иди сюда. Поговоришь с подписчиками. Не ты. Лев! Ну, иди сюда. Сейчас мой брат придет. Лев, ну иди уже сюда, положи пока. Положи. А, давай. Все, давай, поговори с подписчиками. Скажи, что надо сделать за этот ролик, за то, что ты выиграл. И... вот. Поставьте лайк. И подписка. Подпишитесь. Все, пока, ребята. Хорошего вам дня. На следующий раз, если у вас раньше тоже был невезучий день. Все, пока.